Книга «Открытым оком», 7 том, вопрос 1835. В житиях описывается, что был постоянный поиск святости в людях. Что более всего привлекало самих отшельников в других? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Прозрительность, предузнание своей смерти, дар исцеления, власть над бесами, чудеса. Это все поражало их воображение и приходящих к ним. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 22 по 25 стихи. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Мария Египетская, 1 апреля. «Если бы было можно, — отвечал ей святой старец, — я хотел бы всегда следовать за тобою и видеть твое светлое лицо». Руки у нее были сложены, как подобает у лежащих во гробу. Лицо обращено на восток. Прочитав надпись, старец прежде всего подумал, кто мог это начертать? Святая, как она сама говорила, не умела писать.